Олимпийский парк заметно оживился. Если раньше здесь в основном обитали волонтеры и персонал, то теперь все чаще раздается иностранная речь гостей. В преддверии открытия 22-х зимних Олимпийских игр Сочи готовится принять сотни тысяч гостей со всего света. Гулять по Олимпийскому парку лучше всего вечером. После захода солнца включается ночная подсветка. Она делает объекты необычайно красивыми. Шайба переливается и искрится. Айсберг как будто выплывает из ночной тьмы. Самым загадочным объектом остается стадион «Фишт». Здесь пройдет долгожданная церемония открытия зимних игр. В строгой тайне долгое время держалась программа выступления. И даже генеральная репетиция, на которой присутствовали зрители, не прояснила всех тайн. Жаркие, зимние, твои, Сочи, 2014. У-ху!